Значит, у меня, ну так, чтобы ярко описать, да, был, я уже несколько раз о нем рассказывала, случай такой достаточно яркий. Медсестра наша, молодая поросль, после смены, смотрю, совсем загрустила. Анюта, что произошло? У меня горло болит. Аня, покажи горло. Показывает. Яркая гиперемия, ангина, температура, интоксикация, плюс усталость дежурства. Ну, геть, дитина. А я на дежурство, ну, я ношу с собой прибор на работе. Чем вызываю постоянные вопросы, что это такое, кто новый там заходит. Вот. Говорю, ну, солнышко, давай я сейчас выйду на выезд в операционную, а ты посиди, вот 40 минут поставила ей ангина, банально. То есть все, что успела, там наклацала, это самое, сиди. Просто сидеть, просто сиди. Возвращаюсь, в общем, через 2 часа я видела ее горло, потому что она прибежала из дому, просто спросить, а что это было? Висела, без температуры. Что это было? Потому что у меня через 10 минут стало болеть хуже, а потом совсем прошло. Через 2 часа я посмотрела ее горло, ну там картина, ну я, ладно, там человек сказал, не болит, там поджелудочную не посмотришь, да, ну не болит, и слава богу. Здесь картина, вот то, что, ну очень яркая разница, то есть из этой гиперемии, из этого отека, осталось только, ну это как бы кто заглядывает в горло, зернистость по задней стенке, лодки.